особо никто нас там долго терпеть не будет, в той же Болгарии, хотя люди хорошо к нам относились, но из-за того, что нужно работать, а жилье дорогое очень, как бы нету возможности там просто дальше находиться. И даже это несоизмеримо, если получать зарплату и снимать там квартиру, тебе будет хватать только на то, чтобы снять квартиру. После пребывания месяца в Польше я была месяц в Италии. Там также есть соцподдержка для украинцев. Но люди уже относились, ну, принимают не все так близко к сердцу, как поляки. Единоразовая помощь там есть, но очередь, чтобы получить эту выплату, нужно было стоять несколько месяцев и ждать. Их, ну, как бы хорошо принимали 2 месяца, а теперь стал вопрос о том, чтобы они искали себе жилье, если хотят остаться. Конечно же, они не могут остаться, денег никаких нет, и они возвращаются домой. Це не своє, це не рідне, важко людям, дуже важко за кордоном. І вони повертаються, не знають куди, не знають в що, але вони повертаються. Ну, чужбина есть чужбина, я же говорю. Вот, допустим, человеку под 70 лет, ну какой язык уже ты выучишь? Ну, выучишь ты его через 5 лет, будешь ты там сидеть, выучишь основные слова, все. Но это не твоя страна, это не твоя земля, это не твоя родина. Дом есть дом. Как бы там ни было, дома лучше. Где бы, в гостях хорошо, а дома лучше.